В День памяти воинов-интернационалистов в Рассказовском храме Иоанна Богослова протоиерей Георгий Золотов совершил традиционную панихиду по воинам, погибших в Афганистане, Чечне, Сирии и других локальных конфликтах. На богослужении присутствовали ветераны боевых действий. Георгий Золотов поблагодарил их за то, что они пришли в этот день почтить память павших воинов. Также священник обратил внимание собравшихся на важность понимания необходимости служения Богу, семье и Отечеству. Поэтому он призвал всех молиться за погибших.